Нет, друзья, вы не в гостях у сказки. Вы на канале печного интернет-магазина Farnax.ru. Ну и, конечно, розничных магазинов сети Farnax. Да, мы не в сказке, почти, но повод у нас просто невероятный. 15 декабря в прямом эфире на канале Farnax Film мы среди зрителей и друзей канала Farnax Film разыграем отопительную печь от нашего давнего партнера компании Prometal. Какую? Бахта. Да, печь Бахта. Мы уже неоднократно рассказывали про эту печь, делились своими впечатлениями, полученными при монтаже, узнали про нее что-то новое при сравнении с другими отопительными печами, но все же я предлагаю зрителям канала вновь напомнить об этой печи и узнать, что же такого в ней необычного. Да, друг мой, тебе тоже сейчас расскажу, что такое печь Бахта. Печь Бахта изготавливается из чугуна марки ЧХ-1, это хромистый чугун. Это говорит о том, что компания Prometal заботится о долговечности своих печей и надежности. Имеет эта печь цельнолитой корпус. Внутри нее установлен собственной разработки оригинальный пламяотбойник, что позволяет увеличить эффективность печи, снизит температуру выходящих дымовых газов, соответственно, больше тепла печь получает и отдает его в комнату, в которой установлена. Производитель заявляет, что эта печь может смело отопить помещение площадью до 120 квадратов. Это больше 300 кубов в объеме. Причем, друзья мои, мощность печи при работе на дровах 12 кВт, а при работе на угле целых 18 кВт. Ее можно периодически топить и углем. Кстати, эта печь работает еще и в режиме тления, в режиме длительного горения. И в режиме тления эта печь смело может проработать 8 часов. А помогает ей в этом система подачи воздуха на горение. На дверце находятся два регулятора внизу и в верхней части. Один из них отвечает за подачу воздуха, необходимого для горения, а другой отвечает за систему чистое стекло, для того, чтобы всегда у этой печи оставалось стекло чистым. И напоследок немножко сухих цифр. 12 или 18 кВт в зависимости от используемого типа топлива, дрова или уголь. До 120 квадратов отапливаем помещение, масса печи больше 100 килограммов. И сейчас, внимание, толщина стенок от 8 до 16 миллиметров. Ну, теперь понятно, откуда такая масса. Друзья мои, печь Бахта – это действительно хит последних нескольких отопительных сезонов. И я уверен, что победитель нашего новогоднего розыгрыша будет безмерно рад такому подарку. Ну а сейчас, дорогие друзья, зрители канала Farnax Film, я познакомлю вас с правилами новогоднего розыгрыша. Первое правило. Нужно будет подписаться на канал Farnax Film, на котором вы сейчас находитесь, подписаться на YouTube-канал завода Prometal, оставить под этим роликом, который вы сейчас смотрите, не более 3 комментариев. И, кстати, в комментариях я попрошу вас указать причину, по которой эта печь нужна именно вам. И, конечно же, если вы поздравите друзей канала Farnax Film, себя, любимых, с предстоящими новогодними праздниками в комментариях, тоже не будет лишним. Третий пункт, один из самых важных, про который некоторые забывают, а потом мучаются от того, что приз ускользает от них. Обязательно в день розыгрыша, 15 декабря, откройте свои подписки на YouTube, чтобы в момент проведения, в момент прямого эфира, мы смогли убедиться в том, что вы выполнили первые 2 условия. Итак, ждем вас на канале Farnax Film в прямом эфире 15 декабря в 12:00 по московскому времени на розыгрыш печи Бахта от компании Prometal. А тех, кто придет в прямой эфир, ждут... Ну, пусть это останется для вас сюрпризом. Желаем всем терпения, дождаться 15 декабря и удачи и успехов в прямом эфире 15 декабря 2022 года. Всем успехов, счастливо, пока!